9 мая на праздничных улицах города для славянцев было подготовлено немало интересных мероприятий. Акции «Сильны как деды», «Стена памяти», «Вальс победы», выставка военной техники. Об этом и многом другом мы обязательно подробно расскажем в следующем выпуске новостей. А сейчас предлагаем посмотреть, чем завершился праздничный день. Праздничная программа, посвященная Дню Победы, продолжилась вечером. В 20 часов 30 минут сквер у Вечного огня озарился светом свечей. Здесь прошла акция «Свеча памяти». Дорогие ребята, дорогие родители, все, кто присутствует здесь на этой акции, мы искренне желаем вам, чтобы никогда, никогда над нашими головами, в ваших семьях, никогда не пришло то горе, которое пережили наши предки. Замученные дети, убитые старики, женщины, разрушенные города и, конечно же, наши ветераны, которых, к сожалению, сегодня уже нет с нами. И давайте вместе помнить этот великий подвиг и не позволять искажать историю нашего государства, историю нашего сильного государства, которые сделали наши ветераны. Участники акции «К вечному огню» поставили 73 свечи в благодарность ветеранам за каждый год, прожитый под мирным небом. Продолжилась программа праздничным концертом. На театральной площади выступили лучшие творческие коллективы района, исполнившие всеми любимые песни военных лет. Может быть, заденем штатским лицам, эта песня мало с ним добьем. Завершился концерт праздничным салютом в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.